ставочку возьмем. Давай фэнгами попробуем долбить его. А, шары у нас будут тупо мясом. Тоже много фэнгов взял. Но мы и 5 пачек фэнгов должны выиграть его 4 пачки фэнгов, правильно? Фениксы смущают. Это, конечно, будет какой-нибудь фениксы плюс... Огнеметчики опять... Не, ну в принципе фэнгами можно против воздушного драться нормально. Весь воздух фэнги убивают. Даже оверлордов. С щитами фэнги оверлорда могут убить. Ладно, давайте до талого качаем фэнгов. Все, что им не достает, мы будем добирать, скажем так, всякими приколюхами. Тоже 5 пачек фэнгов взял. Ну из-за того, что у него, кстати, так рядом идут. Рядами, точнее. О, идеально, вообще идеально. Мы должны его перебивать. А, шары тупо мясо. И этих мы добиваем нормально. Нормально экспо получили. Нормально я придумал, да? Блядская рота. Блядская рота. Что будем делать? Он тоже фэнгов добирает. Ну ты заколебал, конечно. Сейчас рота еще поди попадет и по шарам, и по фэнгам. Нет. Теперь мне нужна скорость. Давайте ускоримся. А можно так хорошо не будешь попадать, пожалуйста, по мне? Кал говна, блин. Странная артиллерия. Как-то так будем сейчас делать. О, кстати.
Давай вот так взорвем ему. И возьмем скорость нахер. Блин, неплохо ли я сделал? Может, шаров надо было ближе поставить? Ладно, королей есть еще сюда еще воткну одну пачечку. Чтобы арта по ним первый залп давала стабильно. Но я не хочу мустангов еще играть. В дополнение к фэнгам, я не хочу играть мустангов. Тут, по-моему, сейчас так смачно взорвется. Да, отлично вообще. Ну капец попало, ну это жесть. Может, я зря скорость взял, надо все-таки. Надо больше вкладываться в эти в апгрейды. Сверхтяж не будем брать. Не, хотя можем щиты взять. Хакера увеличена. Стоимость серии на бла-бла-бла, на 100, атака снижена на 30, здоровье на 30. Блин, как же это хорошо. Давай вот так вот сделаем. Тупо целая линия фэнгов. Хе-хе-хе. Так, что он там берет? Скорострельность арте? Красавчик, что я могу сказать. Теперь я могу фэнгам взять скорость благодаря этому. Здравствуйте. А у нас теперь и кроулеры здесь есть. Теперь я могу на фэнгах смело брать этот... скорость. Передвижение и стрельбы. Мне кажется, он ерунду сделал, что там взял этот. Скорострельность на арту. У нее радиус меньше становится. Изи. Почему фениксов своих не продает? Против шаров типа хорошо. Экономика. А я возьму экономику, я не буду его жечь. Пускай кидает свою бомбу сраную. Все, он мне все равно не сожгет. Так. Кроликов можем тоже взять сюда. А, так, пока что не хватает, да? Всех фэнгов он мне все равно не сожгет, правильно? Правильно, берем еще урон тогда. Так, ты взорвешься здесь? Давай. Оверлорд со сплэшем, блядь. Ты хитрый какой, а? Ладно, тогда надо будет что? Надо будет брать дальность мне на фэнгов. И больше королей пускай долбит. Пускай долбит. Отлично. Ой, как хорошо ракетка-то зацепилась, смотри.
Убью его или нет? Как же он больно влетает в меня. А, он на кредите, прикинь. По идее, мы его убьем. Отлично. Поджог может взять, конечно, но это было бы неприятно. Дальность действия всех юнитов еще дальности возьмем. В принципе, если он сейчас будет поджог какой-то брать, мне надо будет две пачки королей сюда поставить еще. Так, и что еще надо? Нам надо. Надо качать. А, так я фэнгом-то не взял. Я-то думаю, оно вон оно что. Прочность щитов у нас до сих пор работает. Норм ли или не норм? Мне кажется, норм. Да. По идее, норм. Он сейчас там отвлекаться будет, и все мои основные силы. Да, он поджог взял. В принципе, я предугадал это дело. Разваливаем пока что. Помаленьку урона, конечно, даем ему, но это... Можем ли мы взять ПРО на мустангах? У него уже две обилки на этих вонючих. Давай кинем ему. Посмотрим, что из этого получится. Берем дальность. Да, я хочу сбивать ракетки. Там еще и оверы. Грех не сбивать-то вообще будет. Будет странно, если я не буду сбивать их. Так, ну... Тут, в принципе, можно быстро взорвать. Чем значит? Броню не надо. Скорость. Что-то летит. Убей. То, что летит. Убей. Давай так. Два овера еще. И овер спину, блядь! Это неприятно. Два, смотри, два этих. Два фэнга долбят по оверу. Минус вышка, минус оверы. Как же мы быстро его разбираем, камон. Бля, тут все через огонь бегут. А мы его убьем, ребят. О, еще три фэнга пришло. Ну тебе хана, братан. Забавно, что он мне даже один щит не пробил этим овером. Представляете, он всю, весь
весь этот уровень бил по мне по щиту. Не, не зря мустанга взял. Не зря. Ха-ха. Пойдет. Усилитель, все это. Типа плюс к урону взять на этих фэнгов, например. Больше урона. Но это того стоит. Потому что фэнги уже четвертого. Так, берем, короче, всю эту тему. Шары не качаем, у нас шары расходный материал. Так. А, он все еще мне их не взрывает, да? Так, по-моему, мне надо сделать вот так вот. А, щиток надо закрыться еще. А, вот еще вот это надо сделать. Давай возьмем еще, знаешь что? Вот здесь как раз мустангов, мне кажется, не хватало. Все, пойдет. На мустангов потом, если что, возьмем еще прошку или что. Две бомбочки бахнем. Let's go! ЕМПшка. Найс, ЕМПхом. Че, где твои щиты, братан? Бам, взорвал меня. Бам, жалко, у меня убийцы гигантов нету. Как же разлетаются его оверы. Ё-моё. Стоять, стоять. Все еще все горит в огне. А, он поджег. Он же поджег. Он маслом поджег меня. Все, сейчас ничего это не будет гореть. Забей вообще. Сверхтяж, линия штурмовая. Нет, очень чина. ВНГ нормально. 4 левела. 5. Давай, дальность. Щиты пока даже можно не брать. Я хочу сейчас мустангов добрать, чтобы мои фэнги вообще не горели. А хотя мне что надо глобально-то? Если на мустангов возьму дальность, то что? Прошку не хочу брать. Просто дальность? Или все-таки ПРО? Давай дальность возьмем. Давай возьмем дополнительного юнита. Я не знаю, что брать. Ну вот, надо будет мне взять еще этот. По идее. О, кстати, забыл. Можем еще щитов бахнуть. Скорость можем взять. Все, копим на щиты. Он мои щиты не пробивает. Он больше оверов добавляет, а я больше мустангов добавляю. Но это же все, это ГГ ему. Типа он мне сейчас не будет урон наносить вообще. А, он взял и скорострельность. Он взял скорострельность. Не, я сейчас, я ПРО сейчас возьму. Я сейчас возьму ПРО еще для мустангов. Он мне фэнгов убил, смотри. Все нормально, сейчас пачка подъедет. Охереть, это что такое вообще? Больше мустангов надо. Это не смешно.
Так, окей. Хорошо, что я взял дальность. Мы сейчас берем ПРО мустангом и фэнгом щитом. Фэнгом щиты, он тогда не сможет меня убить никак вообще. Мы сейчас ему еще арт-обстрел ебанем сюда. Стангом прошки. Опять у него масло откатилось, ё-моё. Это неприятно. Но у него щиты близко стоят. Ну, столько урона мне не нанесет. Я думаю, что я выиграю. Еще у него еще и фотонка есть. Мустангов мы добавили, да? А, это кислота? Что? Кислота? Очень странно. Так. Что происходит? Это что-то понимает вообще, не? Вышки падают, все разнесли. Ебой. На нахрен. 162 рейнджа мустанги. GG. Я ни разу столько юнитов не спамил.